Бийские школы – участники конкурса социально значимых проектов, которые проводит Фонд социального содействия Александра Прокопьева, приступили к реализации своих идей. Одной из первых деньги получила третья школа-интернат. Учащиеся и педагоги подготовили проект патриотической тематики и сейчас работают над созданием аудиокниги и книги Брайля для слепых и слабовидящих. Часть средств гранта в учебном заведении потратили на поездку в Санкт-Петербург. В этом году финансирование получат 12 бийских школ. Это так называемый первый этап реализации масштабного проекта Фонда социального содействия Александра Прокопьева. Добавим, что в конкурсе социально значимых проектов приняли участие почти все образовательные учреждения Бийска. Уже подписано 4 соглашения со школами. Двум школам перечислены денежные средства, уже грантовые, и они начали реализовывать заявленные проекты. Вот. То есть осталось те оставшиеся школы, с которыми сейчас идет процесс согласования, соглашения. Я думаю, что на следующей неделе будет основная масса денежных средств в рамках того бюджета, который согласован, перечислены.